На место прибыла оперативная группа МЧС. После обследования причин появления льда, неподалеку от жилого массива было принято решение перекрыть проходящий вдоль дороги канал, сделав дамбу и пустив весь поток по обводному каналу. Для этого спасатели предварительно прорубили и расширили водоток в районе моста на федеральной трассе. Сильный ветер и мороз, а также отсутствие подъездных путей немного усложнили задачу, но анапские спасатели решили ее. При помощи бензопилы они очистили дорогу трактору от поваленных ледяным дождем деревьев.